В центре Люберец завершается капитальный ремонт здания первой гимназии. Окна в помещении заменены, стены готовы под покраску. На первом этаже, на ступенях и в санузлах рабочие укладывают плитку. В кабинетах и рекреациях приступают к монтажу освещения. Вышли на финишную стадию и работы по реконструкции фасада. У нас каждый объект, который проходит капитальный ремонт, находится под особым контролем, так как 1 сентября дети должны пойти в школу. Подрядчику поставлена задача ускорить сроки отделки для того, чтобы школу передать уже образованию, управлению образования 25 августа. После завершения ремонтных работ в гимназию завезут новую мебель и оборудование. 1 сентября школа вновь распахнет свои двери.